Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика. 6 класс». Авторы Мерзляк, Полонский и Кир под номером 204. Число делится на цело на 2, на 5 и на 9. Каким еще числом кратно это число? Итак, давайте запишем. Пусть n – данное число. Натуральное число. Кратное двум, пяти и девяти. Тогда делителями числа n будут числа 5. Давайте мы сделаем табличку. Делители числа n. Вот такая табличка. И мы будем ее заполнять по мере нашего рассуждения. Давайте мы посмотрим, что числа 2, 5 и 9, их наибольший общий делитель равен единицы. Они взаимно простые. Поэтому данное число n будет делиться на цело на произведение этих чисел. Кроме того, эти числа и попарно тоже взаимно простые. То есть наибольший общий делитель 2 и 5 тоже равен единице. Это два простые числа. Наибольший общий делитель 2 и 9 тоже равен единице. То есть эти числа тоже взаимно простые. И наибольший общий делитель 5 и 9 тоже равен единице. Что это значит? Это значит, что делителем числа будет в первом случае произведение 2 умножить на 5. Умножить на 9, это будет 90. Записываем в табличку. 90. 2 умножить на 5, это 10. 10. 2 умножить на 9, это 18. И 5 умножить на 9, это 45. Хорошо. Что мы теперь еще видим? Что 9, в отличие от 2 и 5, это составное число. Так как данное число делится на 9, так как n кратно 9, а 9 – это произведение 3 умножить на 3, поэтому 9 – это составное число, то n кратно 3. Ну и теперь, что это, что опять же мы можем сказать? Наибольший общий делитель 2, 5 и 3 равен 1. Значит, делителем данного числа является произведение 2 умножить на 5 и умножить на 3. Это 30. Записываем. 30. Наибольший общий делитель 2 и 3 равен 6. Равен 1. Это взаимно простые числа. А вот 6 будет равен делитель числа n. 2 умножить на 3 – это 6.
Отделяем точкой с запятой каждое математическое выражение. Дальше. Наибольший общий делитель чисел 5 и 3. Это числа взаимно простые. Единичка. Значит, и 5 умножить на 3 – 15. Число 15 будет делителем данного числа n. 15. Мы рассмотрели все варианты, но мы еще знаем, что есть число, которое является делителем любого числа. Это число 1. Вот мы с вами нашли все делители данного числа. 90, 10, 18, 45, 3, 36, 15 и 1. А теперь запишем ответ и напишем их в порядке возрастания. 1, 3, 6, 10. 15, 18, 30, 45 и 90. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения, оставляйте их в комментариях к этому видео.